Семья Сато сейчас тренирует ее. Ну, вот мы видим, что лучший результат за короткую в этом сезоне 62 балла 89 сотых. Ну, я думаю, что сейчас она будет замахиваться... Тройной аксель? Да нет, вряд ли. Ну, балл на 64-65. Вот, тем более Япония, судьи должны же понимать это. Ридбергер 3-2, каскад. Ридбергер тройной. Здорово. Андрей, Мэри Дэвис, Чарли Уайт в японском исполнении, такая же, знаете, программа, только в одиночном. Я хотел сказать, кому-то нравится Тесси Вёрч и Скотт Мойер, кому-то Дэвис Уайт, кому-то... Ну вот это партнера добавить. Кому-то вот, нравится Айвазовский, кому-то Репин, да? Кому-то нравится, я не знаю, там, Толстой, кому-то Достоевский, а кому-то нравится Ван Гог, Мао кому-то Асада. Гагенда. Да, кому-то нравится Мао Асада, а кому-то нравится Юна Ким. Но вот... Ну, они равнозначны все-таки, мне кажется, несмотря на то, что Олимпиаду выиграл Юна Ким. Хотя, честно говоря, иногда у меня закрадывается такое сомнение, что по своему артистическому потенциалу, да, Мао Асада даже побогаче будет. Разнообразнее. Да, вот замечательный вот этот вот Гершвин ее в этой короткой программе, изумительный, да. А еще ведь будут показательно, она нам снова покажет замечательные свои шербурские зонтики, мюзикл. Сыграет за 3 минуты весь мюзикл с зонтиком, с прыжками, с вращениями, с улыбками, и, в общем, со всем, чем нужно. Чудо-девочка, бесспорно. Чудо-девочка японского фигурного катания. Я немножко вышла, похулиганила на льду со сложнейшими элементами. Но я думаю, что да, она первой будет. Тут я. Подождите. Нет, ну я еще есть Акико Судзуки. Ну что? Судзуки, вы? Да.
Что вы все время отказываете Судзуке возможность опередить осаду? Нет, я предоставляю возможность. Пожалуйста, катай. Сейчас она будет входить кататься, но я думаю, сложно так прокатать программы с компонентами, с элементами. Ну ладно, она в прошлом году блестяще каталась, Акико Судзуки. В этом году тоже один этап очень неплохо выступила. В Канаде совершенно неожиданно Кейтлин Осмонд, юная канадская фигуристка, опередила Акико Судзуки, выиграла. Но поскольку Кейтлин Осмонд по рейтингу и по молодости лет может выступать только лишь на одном этапе гран-при, поэтому на втором мы ее не видим, и в финале, естественно, мы ее тоже не увидим. У нее 15 баллов, и все. Смотрите, как здорово. Ну, об усидчивости, работоспособности, таланте японских фигуристок, и в частности Маосады, конечно, за последние 10 лет много легенд рассказано. И Татьяна Анатольевна Тарасова, когда она работала с Маосадой, говорила об уникальных, конечно, качествах этой девушки. Чемпионка мира 2008-2010 годов она со своей попыткой делать, по сути, женский четверной, тройной аксель она делала, когда-то получалось, когда-то нет. Вот в этом году она его не исполняет, потому что, наверное, надо брать другим, тем более, что все другое у нее есть. Ну вот, я думал, 65, честно говоря, будет 67-95. Боюсь, Александр, что действительно для Акико Судзуки дотянуться будет очень сложно.